Травы теперь всякой разной очень много. Мирон теперь ходит сытый, вон какое брюхо набил уже. Мать и мачеха. Какой-то мышиный горошек, по-моему, сейчас есть. Клевер уже даже где-то появляется. Ну, короче, нормально у него, сныти навалом. Мирону хорошо. Да и погода шепчет. Так что с Мироном все в порядке. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Пишите что-нибудь в комментарии. Мироше ставьте лайк. Всем добра. Бай-бай.